Құқықшылар құқығын қорғау қоғаммен сіздер тығыз байланыста жұмыс істеп жатсыздар ма? Жұмыс істеп жатырмыз олармен, иә. Өзара байланыс қазір қалай орнады ма, нақты дұрыс? Жаңа мен айтып кеттім ғой, олармен бірге қазір меморандум отыр, меморандумға қол қойдық. Сондықтан жаңағы ол қоғамдармен бірге өте жақсы жұмысты істетіп жатырмыз. Қазір мораторий кезінде бізге тұтынушылар келген кезде өздерінің айыптарын айтып отқан кезде біз жаңағы қоғамдардың басшыларымен кездесеміз. Оларға жаңағы тұтынушылардың өздерінің айтқан жалбыларын бәрін несіне жеткіземіз оларға. Солармен бірге қандай шара қолданатынын сонымен бірге шешеміз заң бойынша. Жалпы бізде мына суға шомылу маусым басталды ғой, басталады осы жақында. Кейде мына субұрқақтарында ана фонтан деп жатамыз, сөзге түсетін адамдар болады. Мысалы ол тазалыққа ешқандай гигиенаға келмейді. Мысалы осы жағынан тоқтала кетсеңіз. Бұл жағынан қандай жұмыстар атқарылады? Біздің Алматы қаласында мына шомылу мәселесі жабық бассейн, ашық бассейн, тексерілетін бассейндер ғана сол жерде ғана рұқсат етіледі. Қалған ашық жердің барлық жерінде Алматы қаласында шомылатын жер жоқ и рұқсат етілмейді. Ол мына біздің Сайран деген көліміз бар, ол болсын. Мына жердегі Большой Алматинка, Мал Алматинский көлдерінде ол жерде де болмайды. Анау жаңағы фонтанның ішінде вообще шомылуға болмайды. Ол гигиена бұзат, ол эстетиканы бұзат, одан ауруға да болады. Потому что жаңағы фонтанның сулары олар тазартылмайды да, ол оборотпен жүре береді, мына бір жерінен алынады, қайтадан суға түседі де. Сондықтан жаңағы фонтанның егелері фонтанның қасына несін іліп қою керек, фонтанға шомылуға болмайды. Оны біз предписаниесін береміз, ондай нелері бар, бірақ балаларды білесіздер ғой, өздері сүңгіп кетеді, шомылып кетеді, сосын инфекционный больницадан бірақ шыға келеді. Сондықтан мына ата аналарға менің айтатыным сол, балаларына ұятты болып қарап жүрсін, фонтанда жаңағы шомылдырмасын деп. Өткен жылы осындай қанша оқиға тіркелді? Ондай өте жиі болмайды шығар. Ондай жиі болмайды. Қазір ол жұмыста жылдан бір жыл біз өткіземіз. Жаңағы телевизия арқылы, газета арқылы, журналдар арқылы өздеріміздің біздің сайтымыз бар, түсіндіріп отрамыз. Еркен Ербекович, у нас в Алматы какие-то наиболее сложные участки есть, где вам приходится больше работать, уделять времени? Сложные участки, то, что сегодня задавали вопросы наши телезрители, это в первую очередь стихийная торговля в неустановленных местах. Вот это самый больной наш вопрос, это не только наш вопрос, это боль всего нашего города. Вот. И здесь у нас очень много работы, вот. Потому что это все приводит к нарушению санитарно-гигиенических требований, норм, правил и так далее. Второй вопрос – это работа на рынках нашего города. Там тоже бывает иногда некоторое безобразие, когда недобросовестные поставщики также нарушают все правила торговли, не соблюдает никаких правил, ни санитарных, ни гигиенических, ни пожарных и так далее. Вот. С этим мы тоже проводим работу. Я уже вот на казахском языке говорил о том, что у нас сейчас с 15 мая по сегодняшний день проводятся так называемые акции по защите прав потребителей. Вот они проходят под таким слоганом, как в каждый дом доброкачественный продукт, или вы должны питаться доброкачественной пищей. Там у нас на рынке, если мы это на рынке проводим, или же в супермаркете, мы подгоняем туда нашу передвижную экспресс-лабораторию, где каждый покупатель может принести купленную продукцию и провести экспресс-анализ соответствия ее санитарно-гигиеническим требованиям. Вот 582 продукта у нас было вот за этот период принесено в передвижную лабораторию. Мы провели экспресс-анализы, дали справку
о том, что эта продукция соответствует, или ну, в основном она соответствовала всем санитарно-гигиеническим показателям. И покупатель довольный тем, что проводится такая работа, и мы разъясняем их права, их обязанности. Вот у меня есть очень интересные факты по этому вопросу. Значит, мы проводим там анкетирование покупателей. И вот что у нас получается, что 81% наших покупателей приобретают продукты на рынке. 12%, обратите внимание, 12% покупают в магазинах. 6% населения покупают продукцию в местах стихийной торговли. 66% предпочитают продукты отечественного производства. И 33% продукцию импортного производства. Когда мы спрашиваем, почему вот вы предпочитаете продукты отечественного производства, значит, они считают, что наша продукция отечественная состоит из более натуральной и более качественной. Это говорит о том, что наша продукция, выпускаемая у нас в Казахстане, она пользуется большим спросом, чем импортная продукция. Но при вопросе, на что обращают внимание покупатели при покупке продуктов питания, значит, 57% обращают внимание на срок годности. Это уже хороший показатель, что обращают внимание на срок годности. И 18% на условия их реализации, то есть наличие холодильников, там, как реализуются упаковки, неупаковки и так далее. Это уже показатель немножко низкий, поэтому покупатель должен или потребитель должен знать вот эти вот свои права и должен знать, на что нужно обращать внимание. И 18% покупателей при нарушении своих прав обращаются в контролирующие органы. И вот мы сейчас после вот этой акции, нам очень часто потребители обращаются, вот, просят разъяснить, куда они могут обратиться, если там ну, случилось что-то такое к нам, или же в суд, или же еще куда-то. И мы даем такие рекомендации. А 66% населения, вот, они не обращаются ни за какую помощь. Ну, думают, ладно, купил. Съел, не съел, там, вот это вот нужно обращаться всегда. Тогда у нас будет какой-то порядок, спрос, да? Порядок. Спрос. Тогда, да. Евгений Ермекович, у нас еще один вопрос от телезрителя. Вы слушаем. Здравствуйте, говорите, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут доктор Байер Карман. Я с Медведского района. Вот у меня вопрос с гостю. Журналисты еще задавали два вопроса насчет воды. Первый насчет того, что жители города начали покупать бутилированную воду, так как она некачественная у нас. Вы сказали, что на 70% она качественная. Да, я согласен, качественная. Если вот, знаете, раньше были колонки. Они сейчас убрали и сделали, так скажем, в целях экономии. Есть колонки еще остались, пару штук где-то в городе, там наливаешь воду, да, она чистая. Но я живу на 5-м этаже. И когда идет холодная вода, она вся мутная какая-то. Понимаете? Это мой первый вопрос. А второй вопрос. Журналистка тоже задала вопрос насчет начала летнего периода и фонтана. А там купаться нельзя. Купаться, можно, вы сказали, только в крытых помещениях, в бассейнах. Но ведь они же все платные. А в бассейнах купаются какие дети? В основном, так скажем, особо таких богатых семей. И мое предложение, может быть, вы со своего департамента несете свои какие-то коррективы уже в Акимат города для того, чтобы сделать какой-нибудь общественный фонтан, да? Или бассейн, да? Бассейн, скорее всего, вы хотите сказать. Значит, наверное, прервал. Вопрос понятен, да? Вот, понимаете, у нас очень большой город, наш мегаполис, и вода, которая естественно идет у нас по нашим рекам, и вода, которая поступает вот в места массового отдыха людей, вот озеро Сайран, кстати, вот они не защищены от внешних воздействий. То есть, когда идет дождь, вся вода с тротуаров, там, с улиц попадает в эту реку.
И проводимые нами анализы показывают о том, что эти речки загрязнены. Поэтому категорически нельзя в этих водах купаться. Вот то, что создание общественного бассейна, ну, у нас в городе достаточно есть мест и аквапарки, и ну, цены. Я не думаю, что у этих хумбатыкин, ну, раз в неделю, я думаю, любой житель может позволить себе сводить ребенка в аквапарк. Вот, кстати, у нас очень хороший аквапарк с гарантированной водой и с гарантированным качеством обслуживания. Ерким Еремекович, у нас время прямого эфира подходит к концу. Вам спасибо, что пришли. Успехов в дальнейшей работе. Это была программа «Напрямую». У нас в гостях был руководитель Департамента по защите прав потребителей Еркин Дурубетов. Уақытыңызды бөліп, студиямызға келгеніңізге рахмет. Үлкен алғысымызды білдіреміз сізге. Еңбегіңізге тек табыс тілейміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Келесі аптада жүздескенше.